память о жертвах Чернобыльской катастрофы «Реквием Джузеппе Верди» звучит в эти минуты под сводами Большого театра. Одно из самых величественных мест исполняют сводный хор, оркестр и ведущие солисты национальной труппы. Среди них всемирно известная оперная дива Оксана Волкова. В своем единственном реквиеме Верди явился таким пророком, считают искусствоведы. Уточняют, композитор смог передать в музыке масштаб трагедии, которую человечество переживет уже в 20 веке. Прямо сейчас, без комментариев.